Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 741, Филиппийцам 2.3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Что такое любопрение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Любопрение – любовь к спорам. Когда двое в чем-то не согласны между собою и говорят, что они спорят, то это не всегда так. Это только тогда, когда оба не знают истины. А если один из них знает, то он не спорит, но с ним спорят, а он свидетельствует. Марка 8.11. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его. Иоанна 6.52. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Деяния 17.18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Римлянам 9.20. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал?» 1 Коринфянам 11.16. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божия». Сираха 27.14. «Пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а спор их заткнет уши».